до сих пор не верю, что это бандит. Я сейчас другу расскажу, он сейчас попутает вообще. Друг, ну, наверное, не поверит. Не поверит, скорее всего, да? Да, а можно... Сейчас... Ой, ладно, хотел это записать сейчас, ну ладно. Да пусть запишет. Я включила запись. Офигеть. А вы можете сделать скрин. Либо я вас могу заскринить. Ну, а если серьезно, вы живете где-то рядышком тут? Да, вон мой дом. Да, вон дом, видишь? А, я смотрю серии, значит, наши с дядей не зря пошли, да? Домик на воде — это тема. Это он строил. Маленький презент, только никому не говори. Домик сможешь укрепить немножко. Так, только между нами, шок. Наси. Слушай, можно я сейчас... Постой 30 секунд, я сейчас это запишу, дерьмо. Хорошо, давай. Почему ты это называешь дерьмом? Ну почему, дерьмо? Твой перс эпичен. Заскриньте меня. Если вы станете все рядышком с Олегом, я вас заскриню. Да, ну такой же, набрать сейчас. Это ж приодеться. Только оденьте, а если у вас есть одежда, оденьте что-нибудь. Хотя бы низ прикройте. Может, ты герби скинь? Кого скинуть? Ну, одежду, он без штани... Ну, штанишки скинь. Не, сейчас, подожди, хоп. О, вот так гораздо лучше. Так, станьте, пожалуйста, от меня левее, потому что ники, чтобы читались. Че, подожди, я соберу. О. Сейчас я себя приодену. Вот, вот за мной двигайтесь в эту сторону. Вокруг Олега, один с одной стороны, другой с другой. О, чудесно, сейчас все, Олег готов. Так я еще не оделся. Так одевайся. Я оделся. Все. Сейчас я хочу спрятать предметы. Так. Ё-моё, сейчас. 5 сек. Так. Да. Чуть. Все, готово, Дашуль? Все, готово. Только не забудь укрепить свой дом. Хорошо. А скрин мы выложим в группу сервера. Ну, мы туда, мы туда выкладываем в комментарии, с кем встречаемся. Пусть на память будет. Мы полетели дальше. Вам удачного развития. Здорово, как дела? Да нормально вот. Ходим, летаем, смотрим, как вы тут играете. Войс чат на В. Спасибо за сервак, офигенно все. Не лагает? Не, все вообще нафигу. Отлично. А вы тут как? Только зашли или уже где-то отстроились? Да, ну часа два играем примерно. Во, это хорошо. Видишь, какой Нестор у нас опасный? Я ему дал свои штаны и дал ему мачете. Теперь он будет тут нагибаться. Выкладывай побыстрее новое видео. Нестор, ну ты должен затащить, понимаешь? Только не бей нас, Нестор. Он похож на гопника-защитника. Гопник короля Артура. Маленький подарок. Сегодня я летаю, раздаю подарки небольшие. Ну, как бы в честь Хэллоуина. Спасибо большое, Брейн. Еще на Новый год будем дарить подарки. Я не знаю, может пригодится. Может не пригодится. Посмотрите. О, спасибо. Надо взять, я возьму меч, я возьму простую такую и такую. Давай. Так, этому я дал. Все, на сегодня вот. Пока все. Сегодня надеюсь, что вам на первое время хватит. Спасибо большое, да, спасибо большое. Может, даже с Нестором объединитесь и вместе будете выживать. Надо же свой клан заводить. Вообще офигенная вещь. Как думаешь, они его вольнут? Я не знаю. Ладно, друзья, мы полетели. Удачно вам, как говорится, поиграть. Спишемся, увидимся. Удачи, ребята. Вам тоже удачи. Да, спасибо большое. Куки Монстр. Опасный человек ты. Здравствуй, дружище. Как твои дела?
Тебя плохо слышно, к сожалению. Я не все понимаю. Подожди, стой. Стою, не переживай. Стою, не переживай. И спорим, он делает скрин? Я тебя люблю, брат. Чего он делает? Он тебя любит. Я тоже тебя люблю. В честь того, что я тебя люблю, я тебе дам подарок. А у тебя есть печеньки? Держи. Там в траве где-то возле тебя упал такой классный нож. Ты сможешь убить кого-нибудь или зверюшку какую-нибудь зарезать. Вроде взял. Есть? Немножко дерева сзади тоже брошу. Ну мало ли, вдруг понадобится. Дом захочешь построить. Ну и самый главный презент — это очень крутые редкие бутсы, ботинки. Они дают скорость, как в Скайриме, плюс 5, и, в принципе, легко помогают против рейдеров, поэтому удачного тебе выживания. Не бойся, надевай, очень удобная тема. Сам же носил, от души отдаю. И от сердца и почек дарю вам цветочек. Ну, осталось еще в руки взять мачете, которые я тебе дал. Вот. Прекрасно. Вот это реально уже человек, который внушает страх, понимаешь? Не какой-то бомжик, который валялся тут, а человек уже реально крутой, который может нагибать. Что? Нигер. Все, нигер. Удачного тебе выживания, мы полетели дальше. Всего хорошего, пока-пока. Удачи тебе. Скуратов или Скуратов как? Скуратов, я думаю. Скуратов 83, прочерк 79. Что мне с тобой делать, Скуратов? Ну, во-первых, здравствуй, как твои дела? Это, наверное, счастье вперемешку со страхом и жестью. Скуратов, мы сегодня летаем и раздаем подарки в честь Хэллоуина. Ты у нас попался здесь, значит, ты сейчас получишь бонус. Это меч короля Артура. Возьми, он тебе понадобится. Ты сможешь убить кого-нибудь, либо зарезать того, кто тебе не нравится. Я вижу, столько радости. Штанишки дай. Сейчас. Точно. У меня нет штанов. Я тебе дам, чтобы видишь, тут пекучее солнце. Очень жарко, люди могут просто потерять сознание от солнечного удара. Я тебе дам маску, которая у меня на лице, она приносит удачу, но уникально ее нигде нельзя скрафтить. Не умирай, пожалуйста. Не умирай и самое. Не переживай, все хорошо. Это реально редкий предмет и коллекционный, носи на здоровье. Главное, не потеряй, будет обидно. Нет, подожди, ты дыши, а если все хорошо будет, ты еще и на YouTube попадешь. Прекрасно. Надень масочку, давай посмотрим, как она тебе. Не жмет там, все нормально. Прекрасно. Во, вообще ништяк, слушай. Ты вообще просто, знаешь, страшный человек. Вот рядом пробегаешь и понимаешь, что земля строгается нахрен. Скажи, пожалуйста, а 83 или 79 это как-то имеет отношение к твоему возрасту или просто набор цифр? Он счастлив. А, просто цифры. Ну, в принципе, хорошо. Удачного тебе выживания. Надеюсь, что подарки тебя порадовали. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Все, пока-пока, удачи. Он нас не увидел, по-моему. Давай просто стой. Здравствуй, дружище. Здравствуй, дружище. Мы не кусаемся. Он что, забаррикадировался, что ли? Нет? Он спрятался. О, Брайан, привет. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Ты забаррикадировался. Ты думал, что читеры прилетели, да? Читеры прилетели, да? Да, ужас вообще напугал. О, еще у нас сегодня раздача подарков. Раздача подарков. Я смотрю, ты строишься, значит, тебе надо будет камешка, немножко дерева. Сейчас посмотрим. Я дерево дам. Смотри, вот немножко такого металла. Немножко камешка, чтобы укрепиться. От меня немножко подарков.
Я думаю, лишний кодовый замок не повредит. Ну и, конечно же, меч короля Артура, чтобы, ну, отбиваться там от читеров, от школьников там неадекватных, ну, от кого угодно. А то тут бывают опасные ребятки. Спасибо, чуваки, вообще. Все, ребята, удачно вам тут построиться. Мы полетели дальше. Пока-пока. Всем пока. Ну, давай я тебе пару презентиков дам. Ты же получишь презенты, правильно? Ты нас не убивал, поэтому заслужил. Грех отказаться, например, от аптечки. Или, например, 5 гранат. Вещь вроде полезная, с одной стороны, да, а с другой не очень. Не провалилась он там под землю? Не-не-не, все забрал. Спасибо. Здравствуйте, ребята. Здрасте, как играется? Хорошо играется. Вот мы и компанию собрали. Держи, Алик, этот меч тебе поможет. Возьми его за тебя. Я уже запуталась. Женя на первом сервере. Ну, спасибо. Стой, я с тебя стрелу вытащу, Даш. Забирай, мне она не нужна. На тебе 17 стрел. Скажи, у меня есть скорострельная стрела, она тебе понадобится для арбалета? Не слышу его. Он что-то сказал? Вместо арбалета лучше стрелять обычными стрелами. Во, логично. Больнее бьют. Ах, больнее. Вы проверяли? Нет. Пистолет и 5 патронов. Там уже решаешь, лучше оно арбалета или хуже. Чтобы застрелиться, да, так? Хотя дают пистолет и 1 патрон. Немножко серы не помешает. Ну и хорошая кирка, почему бы и нет, для ресов. Чё-то сегодня людей мало. Так ночь же, и завтра будний день рабочий. Вот завтра и понедельник, там же каникулы у ребят. Вот это будет наплыв. Готовьтесь к самой настоящей жести. Третий Б. Уже готовы. Вы будете ждать входа на сервер. Кого пострелять, да? Что-то они примолкли. Побежим куда-то или... Мы полетим дальше, надо дораздать вещи, и, пожалуй, все. А вам мы желаем удачной игры. Ведите себя хорошо. Спасибо. Удачи, пока-пока. Всем пока. Мы не кусаемся. Я подарки дам. У меня сегодня хорошее настроение. В честь Хэллоуина я немножко подарков дам. Не богитель и богам. Не богитель, да, ты был прав. Немножко камешка, чтобы вы отстроились. И деревце, я думаю, надо. Немножко кожи, чтобы можно было приодеться. Ну, и я дам... Дерево тоже понадобится. Да. И я тоже дам дерево. Много-много-много жира для печек. Хорошей кожи, тоже для шматья. 11 очень хороших стрел. Надеюсь, что у вас луки появятся, может быть. Если сделаете печку, я вам выбросил железную руду, сможете неплохо себе металла наплавить. Жалко, что не может я куртку тому, кто будет разговаривать, дам потом. Окей. О, говори. 6 самодельных патронов. Если прописать кит-рок, по-моему, туда эти пули можно использовать. Могу ошибаться. Так. 15 пороха просто завалялось. Может, найдете применение. Удачного выживания, друзья. Хоть мы и не поговорили, но тем не менее. Пока-пока. Удачи, пока. Что-то я не вижу Форест. Это хейтер опять. Брайан. А вот. Тихо, там человек 5, да шуля? Подожди, я... Вот Форест. Привет, Форест. Даст, смыкси. Вот здесь я рядом с Форестом стою. Подходи к нам. Я не вижу Фореста. Я взлечу. Вот, я взлетела.
Беги за мной, я к тебе, тебя приведу к нему. Тут три человека, ты можешь не говорить ни в этот, ни в чат вообще. Деньте штаны, ребята. Я вела. Кто голышел? Олег, все, отлично. А вот и Форест. А ты где? Я сзади стою. А, вижу. Вы какие-то грустные. Привет, привет. Вас слишком много, а подарок у меня всего лишь один. Что мне делать? Что мне делать? Мне не надо подарок, ты мне уже давал. Я хотел Форесту дать подарок. А не, не в этот раз. А давай другие. Давай, может, всем дадим по подарку, это будет у нас такой. Сегодня вот последний наш забег. Добрый. Очень хороший меч, правда, укатился. Немножко дерева, может укрепить что-то. Серная руда, печки, я думаю, есть у каждого. Кожа хорошая, тоже понадобится. Я дам самый лучший подарок — шоколадки. Ну и, конечно же, самый последний подарок — моя куртка, в которой я сейчас. Кто хочет курточку? Кто хочет увидеть голову Брейна? Я хочу. А может, всем лучше дать хопа, курточку? Хопа! Курточка. Ну, кто первый взял, как говорится, с тобой тапочки. От сердца отрывай, друзья мои. Кто гасится? Тихо-тихо-тихо, гаситься не надо. Меня все равно не убьешь. А вот не надо стрелять-то, не надо? Зачем он их убивает? Я не знаю, я его сейчас сама убью. Давай. Они там все начали гаситься. Что происходит? Это клан Панда прибежал. Панда прибежал? Я это все записываю, оно так эпично смотрелось. Дружище, так. Не стреляй, пожалуйста, по-человечески тебя прошу. Не стреляй, то мы сами ты убьем. Все равно не убьешь. Нас не убьешь. Ты не убьешь администратора сервера, пожалуйста, не стреляй. Вы пробегали мимо, пробегайте. Может, утихомиримся хотя бы на 5 минут, перемирие устроим? Ты пришел, перевалил людей, с которыми мы разговаривали. Ладно, я тебе могу скриншоты приложить. Если есть скриншоты, давай. Мы разговаривали, ты пришел, их перебил. Мы говорим про ту компанию, которая я с нами стояла. Скриншоты приложить. Подождите, мне просто не у меня скриншоты, потому что не я летел, а мой соклановец. Подождите, идет речь о вот этих двух телах или тех, с кем мы разговаривали? О тех, с кем вы разговаривали. Вот этот, как его, Ви, вот этот, вот, который был. Нет, мы говорим о... Там был Форест и еще вот пару человек. Эти с нами не стояли, они вообще прибежали откуда-то. Просто а начали... я не знал, я не видел. Это плохо.